В Махачкале завершаются последние приготовления к празднику Курбан-Байрам. В городе уже готовы две площадки для проведения обряда жертвоприношения. Одна находится в северной части города, в районе торгового дома «Киргу» по улице Ремесленная. Вторая развернута на территории старого ипподрома. На местах установлены загоны, организованы условия для забоя скота и оборудованы места для совершения намаза. На данных площадках 1000 голов мелкого рогатого скота будут предложены желающим для совершения жертвоприношения. Тут есть все условия для того, чтобы человек пришел и совершил обряд жертвоприношения. Это место более удобное для жителей северной части нашего города. А для жителей южной части города созданы такие же условия для обряда жертвоприношения. И находится это место между Каспийском и Махачкалой в районе ипподрома.